Профессор Института психологии и образования КФУ Роза Валеева стала единственным представителем России и выступила спикером на семинаре «Модернизация педагогического образования в Центральной и Восточной Европе», который состоялся 2 апреля в здании Европейского парламента в Брюсселе. Официальное приглашение на участие в семинаре ей прислала Европейская ассоциация по педагогическому образованию. Наш университет является ассоциированным членом Европейской ассоциации педагогического образования. Вот эта ассоциация, она очень интенсивно занимается распространением опыта, привлечением различных исследователей по тому, каким образом сделать так, чтобы подготовка учителя стала на тот уровень, который необходим для того, чтобы в школу пришли учителя не просто образованные, а чтобы в школу пришли учителя, которым есть дело до каждого ребенка. Участники семинара обсудили системы педагогического образования в России, Польше, Румынии, Хорватии, Венгрии и так далее. Профессор КФУ Роза Валеева рассказала о том, как же обучают будущих учителей в Казанском федеральном университете. Меня пригласили как представителя Казанского федерального университета для того, чтобы представить, собственно, общие тенденции изменения, модернизации педагогического образования в России. Участие профессора Казанского федерального университета как единственного представителя от России говорит о том, что на данный момент КФУ занимает высокие позиции в мире по подготовке учителей.